Помощь понадобилась и жителям Грузии. 30 пациентов попали в столичный ожоговый центр из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Среди пострадавших не только дети, но и взрослые. При этом в стране до сих пор нет ограничений на продажу и использование опасных петард и фейерверков. В ситуации разбиралась Мария Амбалквадзе. Без прогулок, встреч с друзьями и даже без занятий на фортепиано. Так теперь живет 13-летний Ника. А все из-за недавнего происшествия во дворе. Вместе со сверстниками подросток купил петарды. Одна из них взорвалась у него в руках. Петарда долго не разгоралась. Оказывается, у нее было два фитиля. А я зажег только один. Не помню, как произошел взрыв. В больнице сказали, что у меня ожог второй степени. В столичный ожоговый центр только в декабре с подобными травмами поступило более 30 человек. И с каждым днем пациентов все больше. При легких ранениях достаточно наложить повязку, но каждому пятому требуется хирургическое вмешательство. Недавно был один тяжелый случай. К нам доставили взрослого мужчину. Ему, спящему, в рот закинул петарду внук. Слава богу, он выжил и получил только ожог языка. Ни предупреждения спасателей, ни рассказы врачей о последствиях использования петард не влияет на спрос. Пиротехнику тоннами в Грузию завозят из Болгарии, Китая, Польши, Турции и Украины. По законам Грузии ввоз пиротехники не запрещен, кроме случаев, если в составе петард содержатся вещества, запрещенные в нашей стране. Салюты, фейерверки, петарды и фонтаны. Безопасных пиротехнических средств не существует, подчеркивают чиновники. И то, что рано или поздно придется вводить ограничения на их реализацию и использование, парламентарии не сомневаются. Мы должны ввести определенные запреты по возрасту, месту использования, обязательному присутствию взрослых. Полностью ограничивать детей мы не должны. Как известно, запреты ведут к обратному эффекту. Тем временем на всех рынках страны можно свободно купить светошумовую пиротехнику. От мощности заряда зависит и цена. Она колеблется от 5 центов до 30 долларов. На каждой петарде указаны правила использования. Когда их покупают дети, мы напоминаем им, что от пиротехники надо держаться подальше. Когда зажжен фитиль, петарду надо отбросить минимум на 2 метра. Врачи ожогового центра Тбилиси уже переведены на усиленный режим работы. Однако хорошим подарком к Новому году для них были бы пустующие больничные койки. Мария Балквадзе, Давид Купатадзе, Ладубинашвили, Мир 24. Продавцы отмечают, что большим спросом пользуется китайская пиротехника. Покупатели привлекает разнообразный ассортимент и низкие цены.